Акцию провела краевая благотворительная организация «Единство». Она уже несколько лет успешно работает в 17 городах Кубани. В Сочи филиал открылся только в мае, но организация уже успела отметиться на курорте добрыми делами. В июне уже первые 17 семей, многодетных малоимущих семей, получили продуктовую помощь. Сегодня организуется помощь уже второй раз. Сегодня благотворительная организация решила поддержать первоклассников, детей с инвалидностью, которые уже через месяц пойдут в школу. 31 ребенок сегодня получил наборы канцтоваров. Ну а продуктовую помощь – это два больших пакета с едой по 10 килограммов. Многодетные малоимущие семьи, включенные в реестр организации, получают регулярно.